Налицо явно проведенная работа по защите, по обеспечению продовольственной безопасности. Если посмотреть на конкретную ситуацию на сегодняшний день, то мы с вами видим, что мир не стоит на месте. Сельское хозяйство развивается, это отрасль, которая дает реальные проценты роста. Я не буду сейчас сравнивать с другими отраслями нашего народного хозяйства, нашего в целом хозяйства. Но сельское хозяйство сейчас является очень полезной и прибыльной деятельностью. Сельхозтоваропроизводители об этом, наверное, уже знают не понаслышке. Это в первую очередь благодаря той государственной поддержке, которая идет из бюджета всех уровней, из федерального бюджета, из бюджета непосредственно Республики Татарстан. Однако при развитии таком благоприятном экономических ситуаций для сельского хозяйства вопрос фитосанитарной и ветеринарной безопасности стоит еще острее. И посмотрите, вот республика все-таки остается неблагоприятной по ряду болезней животных. Это туберкулез. Я вот 2 года назад была здесь, в 2014 год принимала отчет, также в нашем территориальном управлении присутствовала перед вами, уважаемые коллеги. Ситуация по туберкулезу, она оставалась и тогда, и осталась до сих пор. Туберкулез, вы знаете, он лечится, и в принципе это необходимо искоренять. Это уже не настолько серьезная болезнь, которую мы не можем заслон поставить. Лейкоз, поликозу, да, ситуация непростая. Есть ряд мнений, что необходимо вообще все, конечно, стадо менять. Вы пошли самым таким стабильным путем, который не даст возможности сельхозтоваропроизводителю почувствовать на себе горести, скажем, да? То есть здесь очень мудрое решение руководства у вас прошло в этой части.